Я понимаю, что все устали, многие устали. Но вот Андрея разрабатывает, и берет ее, передали его. Но вот это вот чувство, которое здесь возникает, оно должно быть такое. Знаете, как это бревно в воде качается, он на него встать, будет качаться или в падении в эту сторону. То есть если он надавливаешь, оно всплывает с этой стороны, он как решат на воде. Надавливаешь силу, он всплывает там как-то другой стороны. Поэтому надо чуть-чуть придавить, чтобы этот баланс был ни туда, ни сюда. И собственно, на самом деле, единственное, что надо делать, сохранить этот баланс. Потом берете, он держит, потом берете, вы его зажали, потом берете, садитесь, у вас есть спина и ноги. Вот так вот, вот так скажите. Тайный фэнтез сделал все. Когда если надо, вы переведете всегда. Я, конечно, может, но тогда я такая опасность. Все набраться там. И весь вот центр положили вот сюда на. Ты его держишь не просто, а еще всего не. Зарение загрузки, ну, души, животом. Животом. Голову убирать, потому что это все равно. Да и вообще никакой разницы нет, надо уходить. Поэтому положение руки надо все время такое держать. Тут оно держит оружие, все специфическое. Положение руки, оно у него такое, у меня такое. Сбивается, что здесь и вот здесь нет. У меня с этой точки зрения более выгодная позиция. Мы будем делать не вот эгоистично, а хитигоистично. То есть вы ушли сюда. Соответствует, на мой взгляд, мягкой, твердой, опять мягкой. То есть в улыбке прятать нож. Что вот внешне вполне дружелюбная форма, такие безопасные упражнения, так в одну секунду меняются на жесткий прием. То есть нужно. Айкидо такое, в хорошем смысле, если можно сказать, искусство коварное. Когда сердцевина мягкая, а снаружи жесткая, это не айкидо. Наоборот, человек может играть здесь разъяренность и как бы кипеть, и воевать, а внутри холодный, расчетливый, абсолютно спокойный. Поэтому вот эта игра вот этого всегда происходит на тренировках. У Кэми не должен расслабляться, у Кэми тяжелая работа, потому что нужно не проспать момент, когда все изменится вот так в одно мгновение. Мы последний сделаем, он вот так же делает. Идея заключена в том, что у нас есть известные всем бонусы, сен-но-сен и уровни реагирования. У нас сенсей говорит о том, что в общем, когда ты реагируешь загодя, это хороший уровень. Но обычно так получается в жизни, что мы опаздываем. То есть нас обманули или мы не увидели. И приходится реагировать, когда немножко поздновато, поэтому можно, конечно, вот здесь сделать, когда на самом выходе силы брать пораньше. А можно, по сути дела, просто защитившись, практически пропустив ее до сюда, делать с этого места. Поэтому вы проиграете своему напарнику. Позвольте ему практически отказаться. Изменить ее. Ну, в смысле, сделайте ее. Тогда эта твердость как раз она там проявится через слабость. Последний. Йо.